Ошибки. Профессиональный боец. Полез на вратаря Георгий Гелашвили. Ну вот, Хлыстов, да, действительно помог. Опасный момент у Торпедовой. Посмотрите, что происходит, да? Вот это да. Салават там что-то невообразимое около своих ворот, в своей зоне придумал. Фантастическая несогласованность. А зачем здесь Тарки пали счет? Да, Вячеслав Кюлемин отличился, даже несмотря на то, что торпедовцы играли в численном меньшинстве. Ну, а Тарки, конечно же, большой привет. Сыграл сейчас в стиле футбольного известного.